тюрколог, декан факультета востоковедения РГУ Рубен Мелконян. Армению раздавят во время очередного дипломатического маневра. Третья мировая война де-факто стала уже реальностью. Красная линия уже расчерчена. Противоборствующие стороны определены. Армения рано или поздно должна будет определиться. Армения – это неоправданная неопределенность, поскольку с одной стороны является членом ОДКБ, но действует против ОДКБ, а порой и ОДКБ действует против нее. Армения является союзником Российской Федерации, но приглашает сюда врагов России. Иными словами, дивидендов Армения ни от кого не получает. Действия Армении не имеют ничего общего ни с дипломатией, ни с маневрированием. Тоже наблюдается и в случае с Ираном. Отношения Армении и Ирана дружественные, однако подходы Армении по вопросу Ирана нечеткие. Может, еще и не настало время, но будет момент, когда Армения должна будет определиться, в каком она лагере. Мелконян отметил, что в свете протекающих в мире процессов не исключено, что регион будет вовлечен в прямые военные действия. В этом случае, считает эксперт, не исключен сценарий, при котором Армения или же ее часть может стать театром военных действий. Он подчеркнул, что должны быть применены максимальные усилия для того, чтобы не допустить этого. Мелконян уверен, что для многовекторной политики сейчас не время, поскольку процессы протекают очень быстро. Посему страна может оказаться раздавленной во время очередного дипломатического маневра.